Представьте себе, что вы входите в хорошо освещенную комнату, где французская элегантность сочетается с эстонской простотой. Одним из примеров такого сочетания является прекрасная квартира, которую недавно приобрела среднего класса эстонская семья во Франции. Она предоставляет представление о том, что можно приобрести, не разоряясь. Как только мы входим в квартиру, первое, что бросается в глаза, это изобилие естественного света, благодаря большим французским окнам, из которых открывается захватывающий вид на французский пейзаж. Гостиная просторная, с высокими потолками, характерными для французской архитектуры, что придает чувство великолепия даже небольшой квартире. Квартира оформлена со вкусом, с минималистической эстонской мебелью, которая гармонично дополняет замысловатые французские лепные украшения стен и потолков. Деревянные полы, возможно, дубовые или каштановые, добавляют теплоты и уютности пространству. Кухня, хоть и небольшая, практична и хорошо оборудована. Она оснащена современной техникой, которая гармонично сочетается с классическим дизайном. Французы имеют романтическую любовь к еде, и эта кухня является подтверждением этой страсти. Спальни уютные и комфортные, окрашены в успокаивающие цвета, создавая спокойную обстановку для отдыха. В каждой комнате достаточно места для хранения, что является важным критерием для многих покупателей среднего класса. Одной из особенностей этой квартиры является балкон. Это небольшое открытое пространство, но достаточное для установки кофейного столика и пары стульев. Вид отсюда просто потрясающий, с видом на оживленные французские улицы и спокойные пейзажи за пределами. В ценовом диапазоне таких квартир может быть от 200 тысяч до 300 тысяч евро, в зависимости от местоположения и размера. Этот диапазон цен вполне доступен для среднего класса, особенно для эстонцев, у которых за последние годы заметно вырос средний доход. Таким образом, эта экскурсия дает представление о том, что среднестатистическая семья из Эстонии может приобрести во Франции. Это сочетание изысканного французского образа жизни с практичным и стильным эстонским чувством вполне доступно в ценовом диапазоне, не требующем бюджета миллионера.